Перед нами есть много страданий, мучений, и Бог нам дает силу, чтобы преодолеть их. 하나님 슬픔을 나 슬픔을 이길 힘을 주시고. Хотя стоит печаль, но дает силу, чтобы мы могли победить печаль. 두려움을 나 두려움을 이길 힘을 주시고. Хотя есть страх, но дает силу, чтобы мы могли преодолеть страх. 유혹을 만 유혹을 이길 힘을 주시고. Есть соблазны, Бог дает силу, чтобы мы их могли преодолеть. 하나님 한 번도 감당할 만한 힘을 안 주신 때가 없습니다. 니 разу не было, чтобы Бог не давал силы, чтобы можно было преодолеть трудность. 예수님은 그 십자가를 지우기에 합당한 하나님 마음을 얻고 그 고난을 이길 만한 힘도 하나님께로 얻었습니다. 이소스 получил не только душу, но также силу, которую может получить преодолеть это страдание. 그래서 하나님 뜻대로 십자에 못 박히시면서 Поэтому по воле Господа он пошёл на крест. 우리를 죄에서 구원한 놀라운 뜻을 이루신 것입니다. 이 исполнил удивительную волю Отца, чтобы спасти нас. 생각해 보면 하나님의 은혜가 얼마나 큰지 말로 다 할 수가 없습니다. Когда я думаю об этом, я словами не могу описать, насколько удивительно было это. 예수님의 십자의 고난을 이길 힘을 주시고 Бог даровал силу Иисусу, чтобы преодолеть это страдание. 십자를 두려워하지 아니하시고 чтобы он не боялся креста. 하나님의 귀한 뜻을 이루고 만 인류를 죄에서 구원하신 것처럼. Как Иисус спас все человечество от греха. 때때로 예수님 우리를 끌어온 우리 앞에는 고통이나 괴로움을 당케 하실 때가 있습니다. Порой бывает, что в нашей жизни мы терпим какие-то трудности. 예수님 그 고통이나 괴로움을 당케 하실 때 그걸 이길 만한 힘을 주시고. И каждый раз, когда появляется такая трудность, Иисус дает нам силу преодолеть. 분명히 그걸 이기고 나의 부족함이 없도록 힘을 주셔서 어려움 없이 그 고난을 이기도록 이끌어 가시는 게 너무너무 놀랍습니다. И точно удивительно, как он ведет нас с такой силой, которую можем преодолеть эту трудность. 여러분 예수님 십자가 앞에서 머물면서 Знаете, Иисус, стоя перед крестом, 아버지, 할 수만 있으면 이제 내게서 옮기기를 원하나이다. Он говорил, отчиму, если возможно, доминуть сия чаша меня. 근데 예수님이 그걸 당하려고 했을 때, когда Иисусу нужно было потерпеть это, 한 십자의 고통을 이길 만한 힘을 하나님은 예수님에게 주셨습니다. Бог даровал Иисусу силу, которая может победить крест. 십자에 못 박혀 죽으신데 죽음을 이길 힘도 허락하셨습니다. И также даровал ему силу, которая может победить смерть. 얼마나 놀랍습니까? Разве это не удивительно? 십자에 못 박혀 죽었다 삶을 부활했을 때, когда он умер на кресте и потом воскрес через 3 дня. 그 놀라운 영광, 그 큰 은혜 어떻게 말로 다 할 수가 있겠습니까? Удивительную славу и милость, которую он получил, разве можно описать словами? 정말 복되고 복된 일이 아닐 수가 없습니다. Это было действительно удивительно и большое благословение. 이제 예수님 십자가에서 다시 못 박혀 살 만에 부활하시는 영광을 얻는 것입니다. Иисус приобретает славу, воскреснув через 3 дня после распятия. 십자가 바라보면 얼마나 슬프고 고통스러운지 모릅니다. Когда мы смотрим только на крест, это очень печально и грустно. 부활의 영광을 바라보면 когда мы смотрим на славу воскресения, 그 모든 이길 만한 힘을 주님을 생각하면 когда мы думаем о Господе, который даровал силу, чтобы все это преодолеть, 십자가 하나도 어렵지 않을 겁니다. Тогда не только крест, это не проблема. 예수님 38년에 걸어갈 힘을 주신 것처럼 как Иисус даровал силу человеку, который болел 38 лет, чтобы он мог ходить. 십자를 질 때 십자를 이길 힘도 주시고. Также когда он берет крест, Бог дает силу, чтобы победить не силу крест. 슬픔을 이길 만한 힘을 주시고. Если дает печаль, тогда дает силу, чтобы преодолеть эту печаль. 하나님 능력을 우리에게 주시는 걸 알 수 있습니다. Мы точно можем знать, что Бог нам дает силу. 생각하면 할수록 하나님 아버지 앞에 감사한 것입니다. И когда я думаю об этом, я очень благодарен перед Отцом нашим Господом. 이제 예수님의 십자가를 지러 가기로 마음을 먹었습니다. Иисус решил в душе, что он будет нести крест. 여러분들도 이 말씀을 깊이 기억하시기 바랍니다. Также я желаю, чтобы вы глубоко помнили это слово. 여러분이 예수님처럼 하나님 뜻을 행하려고 할 때, когда вы будете пытаться исполнить волю Господа Бога Отца, 말로 다 할 수 어려움이나 고난이나 두려움이 있어 두려울는지 모릅니다. Может быть, неописуемый страх или трудности станут перед нами, что нам будет страшно. 그러나 여러분들 두려워할 때 두려움이 여러분을 두렵게 합니다. Когда вы боитесь, тогда страх вас мучает. 그러나 여러분 두려워하지 말고 주님 주신 힘을 생각한다면. Но если вы будете не бояться, а помнить силу, которую дает нам Бог. 전혀 두렵지 않고 믿는 믿음의 힘을 가지고 모든 이기고 하나님의 쓰게 될 줄을 확실히 믿습니다. То я точно верю, что мы не будем бояться, мы сможем нашу силу, которую Бог нам дал, мы победить. 생각해 보면 주님 그 모든 이길 힘을 우리에게 주시죠. Потому что если мы подумаем, Бог всегда нам дает силу преодолеть все тяжести. 그 영적인 사람들은 поэтому духовные люди, 고난을 당해도 когда плотские трудности их мучают, 전혀 고통스럽지 않다는 거죠. Они совсем не страдают из-за этого.